Всем привет! Вот луковичные, которые я тоже посадила неудачно. Фрезия начала вот цвести. Здесь еще одна отцвела. Вот она. Но все равно я им положила слишком много перегноя. Тут еще одна вот зацветет. Но все-таки тоже некоторые погибли. Вот тут тоже, тут тигрида, пока месь вот только одна, нехорошо себя чувствует. В остальном пока месь живая, но еще не цветет. Но тот спараксис не очень себя хорошо чувствует. А фрезии то же самое. Это у меня что? Крокосмея тоже. Вот погибла. Одна, две. Еще одна. То же самое. Неправильно я подобрала грунт. Нужно было, чтобы побольше песочка или покупной земли. И не только покупной земли, нужно еще разрыхлитель, потому что это луковичные не любят слишком много влаги. И тут у меня вот такая нехорошая история. Ну, это опыт, буду знать в дальнейшем. Это у меня первый раз, первый год такое, и ничего страшного, это у меня такой опыт небольшой, но хороший. Всем пока!